Всем привет! Вы на канале Антон Лимон, и сегодня у нас обзор на вот такие две верхушечки. Это Артемиду и на Аполлона. Имитированного цвета. Артемида белого цвета, а Аполлон черного цвета. Детальки я уже подготовил. Покажу после того, как мы откроем. Давайте первую откроем Артемиду. Давайте тут аккуратненько откроем, потому что мне жалко пакеты. Ну, то есть я не хочу что-то повредить там. Так. Вот такие наклеечки. О, так подождите. Это как собирать до Эклипса. Слушайте, я после обзора Экскалибуса не увидел. Вау, так это набор. А, это инструкция, как клеить на них. Оказывается, на лекалку у меня нет наклеек. Офигеть, я и не знал. Ладно, я указываю японский, какой кому надо. Сканируйте. Вот так вот. О, если вы только что зашли ребка дела, подпишитесь на канал. Вот такой Артемида у нас теперь есть. У меня есть коллекция. Вот такая прикольная Артемида. Вот такая она очень классно вот так блестит вообще. Такого качества очень хорошего, не так как. Дайте посмотреть ее пришедшникам, ну по цвету пошла вот такой. У меня она поддельная, так что очень прикольно. Даже знаете, кажется, что подделка чуть тяжелее. Давайте открутим ей диск. Ой, ну, детальку. Так, дальше. Да. А теперь надо вытащить ее вот так вот. Чип вытащим. Так, главное не открыть по стороне. И... Боже, как легко она вытащилась. Ладно, давайте. Тоже следующего откроем. Аполлона. Блин, тут уже немножко полный пакет. Я открою его за канал платненько. Давайте вот на клинике посмотрим. Такие неплохие. Много будет клизни. Вау, черный Аполлон, такой крутой. Офигеть! А с ним идет еще один дополнительный чип? А я не знал. А, ну да, там же, когда собираешь два Эклипса, у них другой чип можно ставить такой. Круто. Блин, было бы прикольно там поставить. Да, чип, но я не буду ставить, потому что я такая атомика. Мне жалко ставить. Это именно поделочку, потому что потеряю или сломаю. Так, вот сейчас вытащим его. Аккуратненько можно вот так вот и... Та-да! А давайте теперь соберем до Эклипса от Акара Томми! Вау! Блин, это знаете, вот такой есть гармония, типа, как белая, ну, такая гармония, боже, как она, типа, тьмы, добра и зла. Если я найду сейчас, подождите, если я найду, то вот тут сейчас покажу вам. Не знаю, видели вы это или нет. Вот, ну, короче, вы поняли, типа, что это было похоже. Давайте их соберем. Не знаю, буду их что-то сделать такие в сборке, вот такой их не. Так, давайте соберем. Так, опа. Собираем. Хоть я что-то не так. Короче, давайте я сейчас наклею наклейки и покажу, как они будут выглядеть в сбор. Ну, в сборе есть наклейки, конечно. Давайте, погнали. Вот мы уже на арене и уже в другом месте, потому что я переехал, на дачу приехал.
И Паша не успел снять битву. Знаете, посмотрим, как выглядит теперь Антонина. Вот так вот выглядит Армида 7 Юнайт. И Аполлон. Вот такой же тоже, такой тоже 7 Юнайт. Только немножко, немножко уже сильнее, чем у Армида. Так что вот так. Будем. Ну что, давайте. Кагаем. 3, 2, 1. Девочку сниму, потому что немножко неудобно. Победа за все-таки Аполлона. Все, выиграл Аполлон. Мы до трех, кстати, играем. Да, ты мне что-то так себе выносливая. Она более такого еще была. Ладно, кстати, я хочу вам показать теперь мне полностью то, вот как выглядит набор вот верхушек. А вот теперь он полностью у меня вот сейчас фоточка будет. Вот здесь, где-то. Вот, кстати, я теперь немножко... Вы же знали, как они теперь. После видео я их немножко изменил, да, их скалю теперь с кличками. Я вам показывал или нет. Теперь он вот такой у меня собранный. Один Дэш, Дальвер и Драйвер. Урихалку Аутер Окта, Геркулес 13 и Тёрнал. Ну и они оба. Давайте сейчас протестируем этих двоих против. Давайте вот сажу Аполлона против выдержку на Экскалиуса. Победил. Ой-ой. Победа за Экскалиус. Ой, за Аполлосом. Давайте теперь против Артемиса. Берите. Еще раз. Ну. Победа за Артемисом. Давайте еще один раунд. Проведем последний. Только говорю, я чип, вот этот третий чип оставил в городе, так что, не знаю. Если наберет на этом видео 3 лайка, 5 лайков, то я сниму битву до Эклипса. То есть из этих двух, если был один, мы будем его сражать. Поезд за Экскалиус. Так, давайте против... Это что у нас такое? А. Давайте против, не знаю, надо сделать или нет, давайте против Геркулеса. Давайте Артемиду. Артемида более атакующего типа. А Аполлон более такого защитного, может быть, даже. Ну, я хотя бы попытался. Нереально пойти. А давайте теперь против. Вот эти двое против Фрихалка. Фрихалка будет тайм. Я зовут Фалкона.
Артемий. Ходи в киллер десайт. Полно. Давайте так попробуем формат. Ого, десерт разорван. Окей. Пирамида выиграла, теперь Аполлон. Такая же была проблема в первом же раунде с Актимидой. Победа все-таки за Аполлон. Нет, это не считается. Это не было касания, кстати. Что ж такое? Здесь еще раз. Не думал, что Хантер такой бешен. Ну, Хантер все еще не доносит, как считать. Ладно. Давайте следующий противник. Это Galaxy Zeus. Galaxy проиграл. Вот впереди тут белых. У него оба прикольно выглядят. Победа за Galaxy, все-таки они не выдержали атаки Galaxy. Ну, то есть вообще не просто касается Galaxy. Ну, просто сложно, Galaxy вообще сложно завалить. Пишите на меня, какую хотите вы устроить, чтобы я устроил бить. Давайте теперь Cognite, даже сейчас, секундочку. Я даже у Nebstriusа для этого боя заберу его в одной драйве. То есть у меня просто есть его драйв, но он от Hunter. И Cognite мы ставим режим атаки. Давайте сразу же с Артемидой. Бёрст финиш? Интересненько. Так, интересно, хочу вам сказать. И ноль снесло. Надо будет потом позже поменять на слабую. Давайте, Аполлон. С Аполлоном тоже режим атаки. Победа за Кубной там в этом раунде. Давайте еще один раз. Кубная победа за ним. Опа. Так, извиняюсь, не хорошо подрисовал. Ну и давайте самый лайтовый для этих боев тест. Это против Максимус Гаруда. Мог ли я не пойти тест на грубо?
Burst. Окей. Окей, ладненько. Так, ты мне допрошла, да? То есть, на Гаруду. Теперь давай. Братца запустим. Аполоса. Здесь массажа центр. Гаруда же массажа центр. Аполлон там где-то гонял. Бёрст финиш. Победа за... Аполлон. Ладно, ребята, сегодня... Сейчас, давай секундочку, вот так вот. Сегодня у нас были вот такие бои. Сегодня обзор на них. Понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. С вами был Антон Лимон. Всем удачи, всем пока.